Добрый день, уважаемые коллеги из Ставропольского края. Добрый день, дорогие соседи. Меня зовут Михаил Гуров, и я являюсь абсолютным победителем конкурса «Учитель года России 2020». Вот и система образования Ставрополья нашла своего героя. Сегодня определен абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года Ставропольского края 2021». Я знаю, как трепетно система образования вашего края относится к этому конкурсу. И поэтому уверен, что ваш победитель – это достойнейший из лауреатов, который с честью представит ваш регион в финале престижного конкурса «Учитель года России 2021». Кстати, во многом по моей вине этот конкурс пройдет в городе Ростов-на-Дону. А поэтому абсолютный победитель. До встречи в Ростове! Дорогие призеры, лауреаты и участники конкурса, хочу сказать, что каждый из вас также является победителем. Ведь конкурс – это именно тот случай, когда важна не победа, а участие. Каждому из вас конкурс принес и еще принесет много положительных эмоций, интересных знакомств и, конечно, безграничные возможности для развития. Также хочу сказать, что не понаслышке знаю, какую огромную работу проводит система образования вашего края и как качественно организована послеконкурсная жизнь в вашем регионе. И пользуясь случаем, хочу поздравить учительский клуб Ставропольского края «Содружество», которому в этом году исполняется 20 лет. Во многом, благодаря талантливейшим учителям этого клуба, система образования Ставрополья находится на столь высоком уровне. Дорогие соседи, удачи вам, новых побед и свершений. И до встречи в городе Ростов-на-Дону.